Первый новогодний праздник в 4-й школе был организован для обучающихся начальных классов. Все ребята пришли на утренник в ярких новогодних костюмах. Получился настоящий бал. Возле красавицы ели, школьники пели, танцевали и водили традиционные хороводы. Развлекали их настоящие сказочные герои из известных сказок. Настоящий фокусник удивил ребят своей виртуозной ловкостью рук. А Снегурочка приготовила для них веселые конкурсы и эстафеты, в которых маленькие школьники участвовали с большим азартом. Каждый ребенок подарил главному волшебнику Деду Морозу свой стишок. Посмотрите, Дед Мороз празднично одетый. Он подарки нам принес, пряники, конфеты. Завершился праздник сладкими сюрпризами и конфетами от Дедушки Мороза, которые ребята ждали весь год с нетерпением.